Меня зовут Слен Серебряная Пуля, и в этом лагере я веду пол-дэнс и силовые тренировки. Именно это то место, где мне нравится и физически, и духовно. То есть именно вот эта вот близость к природе, то, что здесь нет ничего наигранного, здесь все люди такие, какие они есть, и ты сам такой, какой есть, здесь отдыхать не получается. И вот в начале второй недели у меня включился как бы новый режим, то есть ты как бы уставший, но можешь продолжать дальше, и сил становится больше. Здесь постоянно все меняется. Меняется погода, меняется температура, меняются площадки. И попадая из одних условий в другие, ты начинаешь действовать по-другому. Это как бы не просто тренировки, это мы учимся жить в целом, потому что движение – это жизнь. Вечерние посиделки у костра, разговоры за жизнь, концерты. Это все для того, чтобы ощутить красоту жизни. Я доволен тем, что происходит здесь.